Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мы будем говорить о глицине. Другое его имя – вистелия. Ошеломила весь мир своей красотой. Растет она в субтропиках. Это лиана. Лиана, которая любит тепло и влагу. Ну что ж, давайте начнем знакомиться с ней. Много оттенков у этой лианы. Очень ароматные цветы, имеющие сладкий запах. Вот вы видите редчайший цвет красный, который, говорят, уже в мире нет. Осталась только фотография, память об этом цвете. Остальные оттенки, которые вы видите, голубые, фиолетовые, белые, желтые, розовые. Все эти оттенки существуют, их очень много, они очень часто встречаются, особенно фиолетовые, розовые, с белым встречаются еще чаще. Видите гроздья? Видите, у нас в бывшем СНГ странах тоже растет эта лиана. Имеет вот такое соцветие. В этом соцветии каждый цветочек вот созревает в таком виде. И вот в этих фасолинах, стручках, бывают семечки. Семечки, которые похожи на такие мелкие плоские камушки. Наверное, вы знакомы с чечевицей. Они очень похожи на чечевицу, только размером крупнее. Вернее, те, которые годятся в посадку, они должны быть крупные. Поэтому старайтесь брать стручки, у которых одна семечка. Тогда, как говорится, не прогадаете. Эти семечки обязательно прорастут. А там, где 3-4 семечки, там обычно мелкие, плоские. Вот как видите, здесь маленькие. Они не прорастают. А вот это чечевица. Значит, размером чечевицу семечки вам не годятся. Может быть, вы будете где-то покупать, увидите. Знаете, что семена должны быть вот такие большие, как ваш большой палец, ноготь большого пальца. Это примерный размер, чуть больше, чуть меньше. Ну, больше вряд ли, а меньше будет. Ну что ж, как же мы будем обращаться с ними? Естественно, как все семена, мы их будем замачивать, оставлять во влажной среде, чтобы они проросли. Сколько же времени нам понадобится на это? Вот эти семена у меня проросли за 2 недели. 2,5 недели. Это значит около 20 дней. Как видите, как я говорила, маленькие семечки не набухли и не проросли, так как они недоразвиты. В природе сама глициния, у нее появляются стручки, естественно, после цветения и остаются на лиане до октября месяца. Потом они на ней зимуют. В течение осени, там, если сильный ветер и как-то каким-то образом стручки упали на землю, вы можете найти их. А вообще в натуре она в апреле, эти стручки лопаются и семечки выкидываются на землю. Где они прорастут, там и прорастут. В природе бывает так. Но мы, конечно, стараемся достать эти стручки пораньше. Эх, нашла, так как у нас город очень ветреный, сильные ветры бывают, стручки на дереве, можно сказать, не остаются до весны,
их сбивает ветром на землю. Среди них я собрала десяток и принесла, и вот таким образом достала семена. Скажите, можно же было купить в китайском сайте? Я вас уверяю, в прошлом году я потеряла много денег на всяких семечках. Они прорастают, они вырастают, если, конечно, пришли нормальные семечки. Но потом они не дают того эффекта, которого мы ожидаем. Если вы достаете семечки там, где вы живете, ваше растение будет более крепким, адаптированное к вашим погодным условиям, и вы не будете мучиться. Теперь смотрите, старайтесь будет брать стручки, в которых одно семечко. Ну что ж, возьмем воду, возьмем ватный тампончик. Я не беру ватный диск, так как он более твердый, и семечки себя там чувствуют некомфортно. А здесь более мягче, они как бы больше получают воздуха и больше столько, сколько влаги им нужно. Там большой влаги и не надо. Они возьмут то, что им надо. Вот так складываем наши семечки. Заранее, конечно, я эти семечки промыла марганцовкой. Или если у вас есть фундициты, обработайте их фундицитом. И все. Укрываем вторым кусочком. Естественно, мы его промочим. И оставляем на 2 недели, на неделю, на 3 недели. Это зависит от температуры, от той температуры, где они находятся. Если температура от 10 до 15 градусов, вы будете ждать около 3 недель. Если температура 25 градусов, в течение 1 недели они у вас набухнут и проклюнутся. Хочу вам сказать, что да, потом мы накрываем вот это все и оставляем. Не забывайте иногда открывать, менять, добавлять воду. Можете даже, как бы, если они еще не проклюнулись, можете эту ватку намочить и чуть-чуть отжать. Вот так аккуратненько закрываем. И откладываем в сторону. Эти стручки очень крепкие. Я вам хотела рассказать про это. Вам очень трудно будет их расколоть. Они не поддаются, чтобы обломать их руками. Поэтому вы их никогда не перепутаете, если вам кто-то предложит семена в стручках. А это будет акация. У акации очень тонкие, вы знаете. Вот видите, вот я руками не могу их отломать. Я их ломала вначале плоскогубцами. Да. А потом случайно они у меня были на окошке, на подоконнике. Батарея была горячая, воздух нагрелся. И дом появился звук такой, щелчок. Подошла, смотрю, они сами раскрылись и отбросили свои семена. Один день один, другой день. По мере того, как они высыхали, они вот так трескались. Точно так же себя ведут шишки. Если вы когда-нибудь ставили шишки на батарею, они постепенно открываются, каждый лепесточек, и оттуда высыпаются семечки. Так что мучиться не надо, можете чуть-чуть подогреть стручок, и он у вас выстрелит, семечко упадет прямо в руку. Ну что ж, теперь осталось там посадить его в грунт, вот эти, те, которые у нас раньше проросли. Я специально их заранее прорастила
чтобы снять видео и показать вам. Еще раз повторяюсь, вот такими мелкими семенами не теряйте свое время. Из них ничего не прорастет. Даже если кто-то вам будет предлагать, скажет, это другой сорт, это не такой сорт, не верьте. Теперь, говорят, когда вы посадите семечко, и то, что из него появится через несколько лет, если вы хотите получить именно такие растения, какие, от каких вы взяли эти семена, цветы будут другого цвета. Да, возможно, они будут другого цвета, просто они будут другого оттенка. Если это был сиреневый, он все равно останется сиреневым. Он будет или темно-сиреневый, или светло-сиреневый. Так что за это тоже не переживайте. Грунт можете покупать в магазине цветочном. Если нет, если вы хотите использовать свой, вам понадобится 4 части земли. Одна часть торфа или перегноя, что у вас есть. И одна часть песка. Я в данный момент буду пользоваться мелкой ракушкой. Ракушечником. Не песком мелким, а вот ракушечником. Он у меня будет играть роль... как бы, чтобы мое растение адаптировалось к той земле, которую я буду сажать ее в будущем. И в то же время он будет как дренаж на дне. Размешаем хорошенечко нашу землю. Если вы взяли землю со своего участка, пожалуйста, прогрейте его хорошенечко дома, высушите, пропустите через сито, а потом уже смешайте с перегноем, с торфом, что у вас есть. Растение не капризное. Оно будет расти в любом грунте, но чтобы на будущее... вы получили хороший урожай, за ним надо ухаживать прямо, как говорится, с детства. В следующем видео я вам покажу, как обрезать, вернее, покажу схему, выложу, как обрезать на первый год, второй год, третий год. Дело в том, что если глицинии не обрезать, оставить его, как оно есть, вы не будете иметь цветы. Вы будете иметь только хорошую зелень. Красивую, сочную. Она будет давать хороший прирост. Но цветов вы не будете иметь. Ну, может быть, один или два. А глициния нам нравится из-за красивого цвета, аромата. У него сладкий аромат. И очень нежный запах. Желтые и белые глицинии, у них аромат меда. А вот белые, голубые, у них чуть-чуть другой аромат, совершенно отличающийся от белого и розового. Ну что ж. Вы видите семечко с корнем. Я его аккуратненько отделила от ватки. Теперь я его сажаю в грунт. Естественно, корешком вниз. В дальнейшем появится росточек, отросточек вот сверху. Корень, конечно, в глицинии не длинный. Он у него пушистый. Короткий, сантиметров 25-30, у такого уже, которому лет 5. А пока он маленький, естественно, у него не глубокий корень.
Его можно сажать в неглубокий горшочек. С него можно делать всякие комнатные растения. В смысле, не обязательно его высаживать на улицу. Дело в том, что он выдерживает морозы до 20-30-40 градусов. Правда, разные сорта, конечно. Глицинии имеют вот такой предел минусового. Я взяла наши семена у меня в городе, и вот эти семена выдерживают 20-градусные морозы по литературе, хотя у нас в Баку никогда 20 градусов мороза не было. Осенью, поздней осенью, он скидывает свои листья, остается совершенно голый. Так же, как виноград. Обычно виноград осенью выбрасывает свои листья. Точно так же выбрасывает свои листья и глициния. Ну что ж, у меня одна посудка более высокая. Я хочу проверить, как же они будут себя вести, эти два семечка, в короткой посуде или чуть длиннее посуде. В одну посуду я в поддон налью воду, а в другую буду, в смысле, там будет всегда влага, оттуда будет испаряться. А в другую я просто буду наливать сверху, и она будет расти. Вот это вторая партия. Здесь, как видите, все появилось гораздо быстро. В течение 7 дней мои семечки дали корни, вернее, бобы. Они же бобы. Вот. Все три у всех разные, видите, один очень длинный корень, а две более маленькие. При вас я показывала, как я все три ложила на ватный тампон и укрывала их. Вот прошло ровно 7 дней. Вот такой результат. И вот я вам сейчас покажу результат другой. Видите, в течение 7 дней от той рассады, которую мы от тех семечек, которые мы посадили в грунт, появилось вот такое чудо. Чудо, радость. Посмотрим, что с ним будет потом. Говорят, он будет цвести только через 7-8 лет, а может и 10. Ну, не знаю. Может быть, это так, а может не так. И многие мне пишут, зачем возиться, вот, зачем это надо. Ну, вы знаете, мы-то живем, умираем, за нами остаются наши дети, внуки. Они увидят эти цветы. Разве плохо? Ну что ж, если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Ждите следующего видео. Это будет буквально через пару дней. Я вас приглашаю еще раз посетить мой канал и посмотреть, как же дальше ухаживать за глицинией. А пока всего доброго, до свидания, желаю вам удачи!